куда-то по обочинах, там и там. Первый раз встретил девчат по обочинах. Как я только что сказал, выехали с парковки, там стоит полиция, транспортники. Я там открутил 45-ку. А, наверное, на этой парковке больше всего, что стоят девчата, потому что они стоят по обочинах дальше. С одной стороны только что стояли, с другой две. Та и шла мимо, прошла. Так что как-то так, проституция в Польше процветает. Тепло, потеплішало і повилазили з нор. Місяць катався зимою. Морози, то ніде нікого не бачив даже. І примерно, щоб щось було похоже. Так що от такі дівчата тут у Польщі.